Всем привет, ребят. Ну что, у нас был видосик по поводу Фрейя, там очень много комментариев по поводу того, что я вам не то показал, не то. Ребят, давайте так, мы сегодня сделаем еще дополнительный обзор того, что предлагают, говорят, и просто каждый для себя сам определит. В общем, у нас были комментарии по поводу того, что лучше собрать Фрейю со стойкостью, она будет офигенным танком. Я не спорю. Пусть будет так. Это, в принципе, вполне, скажем так, вероятно. Ну, не то, что вероятно. Это оно так и есть. Но вопрос в том, что такая Фрейя сможет против топовых героев с топовыми прокачками показать по урону. Ничего. Она, по сути... Так, давайте я посмотрю, какие у меня тут есть сборки на Фреях. Вот, есть отлично. Есть пак там. Мы сейчас ее здесь выролим стойкость. В общем, она будет танком обалденным. Это спору даже нет. Вопрос в том, что она сможет делать на других локациях. Мы сейчас с вами просто затестим по урону разницу. Ну, плюс-минус. Вот отлично, даже стойкость выпала. Также вопрос по чарам. Какие чарки ставить? Потому что есть мнение, можно то поставить, можно то, хранитель леса. Можно много всего поставить. Но вопрос в том, будет ли оно актуально на ней. Что лучше? Вот отлично. Хелсинг выпало. Сейчас мы еще что-то наролим. Недомогание. Вот я не знаю. Каждый выходит из того, где он этого героя использует. Допустим, я использую Фрейю на многих локациях. Для меня на ней недомогание самое топовое. Потому что я показал вам, как я бегал в лабиринте первый раз до 50 этажа, как мы бегали, нас там сливали. И второй раз я показал уже героев, которые были с недомоганием, плюс Фоба, мы его тестили, вот отлично. И он реально себя там очень круто показал, плюс Фрейя там, Огник у меня и Зефирка с недомоганиями были, я отлично пришел все 50 этажей. Такс, где там она? Вот она. Такс, варианты. Ну, питомца я давайте делаем мы делаем для битвы гильдий тест. То есть для битвы гильдий тест первый билд вот такой вот будет. Плюс, допустим, поставим сюда выживание. Давайте изначально. Я максималку делаю. По снаряге она у меня собрана на уклонение. Плюс точность. Ну, тут немного уклонения. Но это опять же, это донатный вариант. Без доната сложно будет даже собрать даже такое, потому что это очень все прекрасно понимают, что на точнее в игре Castle Clash без доната собрать топового героя очень сложно. Но есть к чему стремиться. Есть ребята, которые умудряются это делать. В общем так, поехали. Поехали просто в рейд. Какие есть нюансы? Там опять же за огненную защиту я читал, я читаю ваши комментарии, она блокируется, это прекрасно знаю. Я когда-то давным, у меня был на русском сервере, есть аккаунт с защитами, проблочки, это все, я не могу просто это все предвидеть, когда я сижу вам видео снимаю, уже после видео, после того, как снял, это уже все вижу, все эти мелочи, вы это можете видеть запросто. Итак, со стойкостью, я надеюсь, там вам ее видно. Тут какие-то странные они. Ну вот, выживание плюс стойкость. В чем плюс? Плюс стойкости. Увеличена жизнь в 2 раза. Соответственно, вашу Фрейю, ну вы видите, здесь нету недомогания. В данном случае Фрейя однозначно затащит эту базу. Если у вас будет недомогание на базе, сейчас мы поищем такую базу. Придется поменять немножко чару, потому что чара как бы такая, она классная, она увеличивает жизнь, все. Но есть опять же тот же самый блок от зефирки, блок от ворожея. Так, смотрим, что у нас здесь. В чем плюс, скажем так, недомогание, ой, недомогание стойкости. Увеличена жизнь в 2 раза. То есть ее намного дольше будут бить. Это однозначно, да.
Но будет ли она наносить дамаг на других локациях? Вопрос. Вот со стойкостью даже, видите, молчанка проходит. Все, идем сразу же, так чтобы я поочередно. Давайте еще кого-то затестим. То есть тут каждый будет останется всегда при своем мнении. Я за универсальность на героях, потому что прокачать героя под одну локацию, а потом на других локациях он не будет тащить, а я считаю это ненормальным, то есть неправильным. Так, опять у нас вот недомогание есть. Выживание уже у нас не работает. Понятно, стойкость у нас увеличила жизнь героя в два раза. Он будет дольше сливаться. Как вариант на добивание, там даже либо танчить. Все зависит от того, какие у вас противники. Под каждого противника надо определенная сборка. Но, как видите, выживание не срабатывает. Поэтому еще некоторые писали по поводу того, что лучше выживание. Я маскировку не использую, я использую. Я вам скажу так, что в таком варианте маскировка будет самым отличным вариантом. Мы можем даже... О, кстати, мы будем на одном варианте. Будем на Машку нападать. У нее стоит Фрэнк, у нее стоит Космо, у нее топовые прокачки, землеройка, зефирка. Поехали. Для теста все, что нам надо есть. В общем, маскировка плюс стойкость. Сейчас мы пойдем... Я возьму Седну, посмотрим, сколько у нее жизни в такой сборке. Плюс у нас еще новая чарка. Но, как видите, вот она ушла. Сейчас уйдет в инвиз. Вроде как бы. Но она не может уйти, потому что у нас куча дебафов. У нас есть недомогание. У нас есть... Сейчас еще раз нападем поближе, посмотрим. Цепь немножко мешает, но мы видим. Это даже так. Блокирует землеройка плюс космо. Молчанки разные. То есть у нас в таком случае нету отхила, да? Надо думать над отхилом. Можно использовать хранителя леса как вариант. До этого мы сейчас дойдем тоже. Чтобы она и отхиливалась, и снимала дебаф. Так. То есть вы каждый будете смотреть себе нюансы, чтобы вы просто понимали. Я вам не рассказываю и не топлю за какую-то, что вот это вот будет круче всего и все. Я вам просто показываю разные варианты, кто что качает, чтобы он просто понимал, что у него будет потом в итоге. Убираем, просто идем на одну локацию. Так, по-моему, четвертая. На 4-9. Ой, кошмарка 4-9. Кошмарка 4-9. Здесь есть у нас босс 80 миллионов. Надо было, наверное, слона поставить. Сейчас будет в стане стоять. Да, давайте поставим слона сюда. Сейчас она разгонится, и мы вот здесь вот увидим максимальный, ну плюс-минус максимальный дамаг. Сколько наносит такая Фрея? У нас, конечно, еще есть смотритель. Нам придется смотра убирать. Вот даже если смотреть по героям, не добивает героев. Вот. 2,4, 2,3. До миллиона, ребят. 30-й прорыв со стойкостью. Да, она крутая, все, но она урона не наносит. То есть выбор такой Фрейи очевиден, она урона вам много не даст.
А теперь просто меняем сразу же, чтобы не отходить от кассы, ставим ей пакт. Ну, это я беру уже так, из крайности в крайность. Ставим ей пакт. Смотрим на тот же самый вариант. Что у нас меняется и что, конечно, лучше. То есть это вам просто стоит, предстоит выбор, чтобы вы понимали. Там можно даже поставить этот. Это у нас просто чарка еще здесь есть. Ну, мы собрали типа как бы танка. В кавычках. Но тут как-то уже посерьезнее, посолиднее урон идет. Если видите, и намного быстрее мы это все убиваем. Вот, пошел дамаг. 1, 2, 1 и 8. Нормальный такой дамаг пошел уже. В два раза выше. То есть расставляйте приоритеты. Можно поставить танец лезвий. Вы теряете немножко жизни, но зато вы приобретаете отхил и приобретаете урон. Либо же точите под точность, и у вас чисто герой под одну локацию. На атаке фортов там писали тоже, она будет тащить, она будет неубиваема. Но мы надеемся на то, что в идеале потом это все починят, и будет совсем по-другому. Сейчас можно собрать неубиваемых героев, плюс маскировку, плюс отхил ставить, и все, good. Такой вариант, давайте посмотрим, сколько нам дает жизни. Сейчас я возьму. Для 100% отхила. Все одно. И мы поставим сейчас сюда еще эмблему. Ну, тут не максимум, ну, плюс-минус. Ставим вариант, давайте так, выживание, потому что ставить на отхил. Попробуем и такой вариант. Поехали. Надеюсь, ее сольют. Хотя нет, мы каких-то таких противников нашли. Да что такое? Не дают нам нормальные пачки посмотреть. Нормально, наверное, думаю, здесь будет хорошо как раз видно. Как видите, вот она у нас вроде, казалось бы, увеличенная жизнь. Эта чарка, она хороша на PvP локации. На битве гильдии, если будете его вот так вот выкидывать, она не будет бить. Понятно, что ее будут ушатывать. Ну, вот она проседает по чуть-чуть. Жизни, конечно, у нее очень дофига. Плюс мы взяли еще слона сюда. Надо было, наверное, его не брать. Но здесь недомогание срабатывает. Ну ладно, подождем. Хотя бы посмотрим, сколько в реальности. Или вряд ли мы посмотрим. Миссы вылазят. А, что я здесь ее тестирую? У нас же есть. Напом тестировать. Убираем слона. Тут явно видно, что тут просто мега дофига дефа. Вот ее сливали 30 секунд только. А, так, теперь давайте космо нам надо обезвредить и всех остальных. Три ляма где-то. Три, блин, я, конечно, затестил. Сори, ребят, но я что-то так себе отвлекся. Давайте еще разок. Еще 30 секунд. То есть, как видите,
недомогание, землеройка, этот стан и все дела, и она просто будет стоять. Понятно, что це будет работать, но этого времени 30 секунд мало, чтобы разобрать базу. Ну, включись. Вот 3,5. 3,5 миллиона жизней. Вроде так. Ну, не так уж и много, я вам скажу. Ну, в принципе, вполне нормально. Такс. Такс. Может, там и больше. Можете написать в комментах, сколько. Я просто не вижу циферки сразу же. То есть, такой вариант. Что можно сделать, чтобы она тащила? Ребята правильно писали, хранитель леса. Он будет восстанавливать, снимать дебафы. Поехали. Вариант такой вот. Изначально с... выживанием. То есть тест — это именно танк под битву гильдии. Я вам тестирую и показываю. Даже давайте возьмем. Боевые сделаем сразу же. Возможно, базу разберет. Я сам в такой сборке не бегал, и я себе такую сборку, честно скажу, делать не буду. Потому что у меня Фрейя должна быть более универсальной. У меня есть другие герои для прохождения битвы гильдии. Ну, как вариант. Так, пока ее бьют, я буду себе кофеек пить. То остынет. А вы можете чаек поставить на паузу, чаек сделать. Хранитель леса, выживание и стойкость. У нас есть землеройка, у нас есть фрэнк, у нас есть космо. Ну, стандартный хороший набор. Что мы имеем? Думаю, и так все понятно. Следующий вариант. Ставим сюда маскировку. Ой, блин, пропустил ее. Это при том, что у нас уже есть хранитель леса. Как-то странно, тоже не тащит. Что ж делать? По-моему, и не тот вариант. Не идет. Хотя писали, что очень круто помогает. Я сейчас даже ради интереса зайду. Просто почитаю комментарии. Ну, это без всяких там. То есть я просто вот читаю то, что вы пишете. Маскировка, вальсы, за все это блочится землеройкой на весь бой по КД. Понятно. Ну, тут, по-моему, и стойкость не помогает, и нифига не помогает. Дальше. Вот, Илюха, да ничего такая Фрейя не сделала. На самом деле, ее Зефирик, Фрэнк, Ворожей, Стрелок. И хама, кто-нибудь все Фрейю быстро вносит. Все-таки есть. Вот на практике я вам показал другой вариант того, что я показывал до этого. Ничего не помогает. Так. Вальс лезвия уже обряд лечения. Нифига не поможет. Вальс плюс выживалка самая сильная. Надо чару хранителя леса от недомогания плюс ворожея. Вот.
Согласен, тут согласен. Но опять же, собери Фрейку на full хп, интересно посмотреть, плюс чарка Хранитель леса. Вот снял стойкость плюс выживание чары обряд. Созвездие на уклон. Мы не берем самый топовый донатный вариант, мы берем реальность. Вы потратите 100-200 тысяч самоцветов, это единицы могут сделать. Так. Смотрим дальше. Где-то были. А, видео вводит новичков в заблуждение, потому что такие таланты, как Огненная защита, Васконкова, Маскиронта и прочие таланты, которые активируются, блокируются землеройкой. А на такие сборки являются неприменимыми. Скажите, критуешь, предлагаю. Вот топовая фрейна на БГ, это стойкость. Девятая, она не блочится. Странно. Мы это только что протестили. Прибавку больше, чем ОЗ. Не спорю, это и так понятно. Восьмое и девятое выживание. Тестирую для отхиления неуязвимости в течение 3 секунд. И хранитель леса для снятия дебафов недомогания. Чтобы выживание работало как нужно, делать такой сборки, иметь много уклонений. Для самой лучшей сборки, если в чем-то не прав, поправьте, я в топ на ру 30-40. Я скажу так, на русском сервере топов, ну, не в обиду, просто нет. Топовых сборок тоже нет. Топовые сборки есть на английском сервере, это уже практикой показано, поэтому я сюда как бы и перешел. Тест вот такой вот Фрея. Ставим выживание. Еще раз. Девятое. Хранитель леса. Там двадцатка, тридцатка. Я даже ради интереса сейчас поставим пятерку, чтобы максимально было. Уклонение сразу говорю. То есть уклонение, даже если будут где там хранитель леса наш. Землеройка будет блокировать. Ну, 4. Давайте еще попробуем еще найти. Еще одну найдем. Даже если full уклон будет, я не уверен, что она будет тащить такой сборки. То есть можете меня даже не убеждать в этом. Мы сейчас это все проверим на практике. Ну а вы, ребята, как обычно, ставьте лайк. Ну, я читаю ваши комментарии, я просто показываю на практике. Такая Фрея дамажить не будет. То есть на такую фраю рассчитывать на что-то, я не знаю. Ну, короче, каждый останется при своем мнении. Кто как хочет, так и соберет, скажем так. Но в реальности и в идеале делать героя универсальным, а не чисто точить под битву гильдии. И она не тащит на битве гильдии. Это все, ну, не на битве гильдии, я просто показываю на примере вот нормальной прокачки. Мы берем топа. Не спасает. Реально не спасает. Сейчас еще кучу самоцветов солью. На еще одно уклонение, пятое. Ну, я соберу такое, более-менее, то есть реальное. Мы даже не берем то, что у меня здесь там дополнительно еще новые открыто. Мы берем такой более-менее реальный вариант. Что вот видите, сколько самоцветов на такую фраю уходит. Явно это вариант не для бездоната. Да давай, уже сейчас мы полчаса еще проролим ей созвездие. Но в итоге мы увидим практику. Хотят нам давать. Пятерка, четверка. Solid gold. We're
diamond and an emerald. It took me forever to find you. Да, у нее, конечно, весело попадает. Что-то после обновления я даже дивуюсь, как мне получилось ворожея со всеми уклонениями собрать, но... Ради этого это стоит сделать, чтобы раз и навсегда поняли, без донаты, что нету ничего. Вот, даже пусть будет пока так. 500, даже больше, чем одна пятерка, уклонение. Поехали. Сразу же тестируем. А вы напишите в комментах, что вы думаете, что вы хотите еще увидеть. Возможно, опять есть у вас какие-то там претензии и все остальное. Пишите, я нормально к критике отношусь. Я всегда, как бы, ну, люблю смотреть свои какие-то недостатки и это все потом применять на практике, чтобы было легче другим. Такс, что мы... Ой, я даже душика выпустил, его сейчас сольют. Что мы имеем? Где наша Фрея? Где хранитель леса тащит? По-моему, Фрэнк... Мы набили 36%. По-моему, Фрэнк, землеройка и ворожай и космо просто разобрали. Может, я ошибаюсь, но практика уклонения и такой сборки что-то не тащит. Странно очень. Очень странно. Это точно не самые лучшие сборки. Это универсальные сборки. Вот тоже ребята пишут. На фартов можно собрать необиваемую Фрею. С маскировкой. Плюс хранитель. На БГ самая лучшая сборка. Еще один пишет. Стойкость 9.9. Выживание, эмблема и новая чара. Потестировали. Не катит. Которая вынесла пачку с зефиром Огником. Так, самую топовую для БГ не показал. Я уже вам сказал насчет этого. Стойкость плюс психощит, эмблема плюс чар, особенно с цепом, даже с большие минуты, если хочешь. Попробуй. Ставим еще, ребят, один вариант. Сейчас поставим психощит. Возможно. Маскировка плюс выживание, универсальная ПП плюс грубая. Я же говорю, много очень разных сборок. С новым талантом плюс обряд лечения, уклон, огонь жизни. Огонь жизни как вариант, 120% хп лучше, чем стойкость, тут я согласен, плюс будут криты. Обряд лечения я показал, новый талант — это вальс. С вальсом нормально. Так. Ну, я вам вот, в общем, показал вариант. Сейчас мы вариант возьмем, еще поставим психощит уже для полного теста. Просите психощит, показываю вам еще психощит. Делаем даже 9-й психощит, ребят. Так, где-то мой склад.
Девятый психощит. Такс. Что-то как-то она не тащит. ХП уходит, половина ХП уже ушла, 21%. Это при том, наверное, что у Машки еще не все здания прокачаны на максималку. И скины не все. Но все же получше. Психощит получше, чем предыдущие варианты. Спорить не буду. 42%. Да, если резнуть ее седной, возможно, будет 90. Но вопрос даже не в том, седна может и не резнуть. Она не протащила всю битву гильдии. Она протащила 40%, ни одна с Фрей не набрала 50 даже. Не знаю. Я вам показала, вы пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.